Немецкие шпицы – очаровательные пушистые собачки, наделенные неординарными лидерскими замашками, храбростью и упрямством. Немецкие шпицы относятся к древним породам. Считается, что их предками были торфяные собаки, обитающие на территории Средней Европы 2 тысячелетия назад. Немецкие шпицы имеют множество разновидностей – от самых больших до самых маленьких особей. Шпицы отличаются крепким здоровьем и практически не имеют генетических отклонений. Рост в холке малых шпицов 23-29 см, вес 8-10 кг, продолжительность жизни 12-16 лет. Белый окрас самый редкий и стоят такие шпицы намного дороже, чем их черные или рыжие собратья. Помимо яркого экстерьера, эти милейшие собаки обладают верностью, преданностью, беспримерной отвагой и способностью к сопереживанию. Пес обожает своего хозяина, скучает без него и готов выдержать даже все тяготы длительных поездок, лишь бы не разлучаться с любимым человеком. Если тому грозит опасность, храбрый шпиц бросится на выручку, даже если размеры врага в несколько раз превышают его собственные. Характер у немецких шпицов добродушный, ласковый и игривый. Они обожают маленьких детей и с удовольствием принимают участие в ребяческих забавах. Шпицы очень умны и сообразительны, поэтому станут демонстрировать ту реакцию, которую хозяин хочет от них видеть. Роскошная пушистая шубка малого шпица требует регулярного тщательного расчесывания, не реже одного раза в неделю с помощью щетки с длинными металлическими зубчиками. Во время линьки, которая происходит дважды в год, процедура проводится ежедневно. Для удаления отмерших волосков используется пуходерка или мягкая щетка. Частые купания немецким шпицам не нужны, так как они не имеют специфического запаха и очень чистоплотны. Купать шпицов нужно не чаще одного раза в 2 месяца с использованием мягкого шампуня с натуральными маслами. После купания подсушивать феном. Больших и средних шпицов можно содержать как в квартире, так и в частном доме, так как они легко приспосабливаются к любым условиям проживания. Пушистая густая шерсть позволяет им выдерживать даже сильные морозы. Из плюсов этой породы можно выделить крепкое здоровье, преданность, отвага, чистоплотность, отсутствие неприятного запаха, ум и сообразительность, лояльность другим питомцам, хорошее отношение к детям и отсутствие агрессии. Если вы ищете миниатюрного и преданного компаньона, присмотритесь к малому немецкому шпицу. Друзья, на нашем сайте вы можете познакомиться с породой немецкий шпиц и приобрести щенка от проверенных и титулованных родителей. Наши ответственные заводчики помогут вам на всех этапах взросления щенка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если видео было для вас интересно. Пишите в комментариях вопросы, которые вас интересуют, и мы постараемся на них ответить. Увидимся совсем скоро!